Герман Шаевич около 2 месяцев назад попал в больницу за границей. С тех пор его никто не видел. Это можно было бы списать на закрытие границы, но стоит учитывать тот факт, что мужчина выздоровел до начала самоизоляции, а значит, он еще мог вернуться, если бы у него было желание или стремление. Но почему Герман Шаевич сбежал жить здорово за границу? Скорее всего, его сожрала Елена Малышева. Ни для кого не секрет, что мужчина и женщина всегда были конкурентами на шоу, но позже у них завязался роман. Позже оказалось, что телеврач рассталась с коллегой и помирилась с супругом. Очевидно, Герман Шаевич не выдержал напряжения и принял решение уйти с шоу. Помимо всего прочего, не исключено, что телеведущая начала морально давить на коллегу из-за их разрыва, ведь не факт, что инициатором расставания была она. Так или иначе, ясно одно, между экс-парой произошел какой-то конфликт, после которого отношения была напрочь испорчены. Неужели Малышева – настоящий тиран? Об этом уже не единожды говорилось. Поэтому то, что она выжила из шоу Германа Шаевича, не кажется чем-то удивительным. Не исключено, что теперь мужчина навсегда останется за границей, чтобы пережить расставание и забыть о поведении бывшей возлюбленной. Впрочем, также нельзя исключать то, что после окончания самоизоляции все плохое забудется и Герман Шаевич решится вернуться на шоу. В то же время, неизвестно, как поведет себя теледоктор на этот раз. Ведь она может не забыть неурядицы и дальше продолжить мстить коллеге.